С вами Юрий. Блин. Привет. С вами Юрий. И я снимаю мокюментари. С вами Юрий. И я снимаю мокюментари. Слышь, брательник, полтинник одолжи. Обещаю, верну. Наверное. Юля? Да, это я. Ну что, как я тебе? Два вопроса. Ты где достала это платье и нахрена ты его надела? Ну, платье мне дала Катя. А одела я его, потому что ты мне сказал, что мы в кино идем сниматься, что режиссер меня заметит, актриса сделает, на фестиваль поедем. Что? Мы же снимаем в лесу. В каком лесу? Ты чё мне раньше не сказал? Ну, Катька уже ушла. Ой, блин. Короче, мы идем в лес и там натыкаемся на духов. Каких духов? Ну, самых обыкновенных каких еще. В смысле? Юр, помер что ли кто? Ага, гоблины! Да какие гоблины? Это не важно все. Зритель в таких фильмах не должен знать причину. Ну хорошо, подожди, а как мы с ними справимся, как мы с ними боремся? Никак, мы помрем. Как помрем? Ты что, зачем? Почему помрем-то? Потому что герои в таких фильмах всегда умирают, никто не выживает, так реалистичней. Юр, ты мне сказал, что это будет как Горько, а это ни хрена не похоже на Горько. А я еще сказал про паранормальное явление. Ты ужастик? Окей. Окей. Долго нам еще переть? Сейчас дойдем до леса и там начнем съемки. Пошли. До леса, говоришь? Так, брателло, ты главное платье не испорти, Катькино. И куртку, куртку аккуратней. Хьюку подарил. Так вы же с ним рассорились. Когда? По телефону. Ты потом обещала стать актрисой. В смысле? Ты подслушивал? Нет, стой. Окей. Я тебя подслушал. Подслушал немножечко. Окей, признаю, да. Так, извини. Сразу. Куртку главное береги. В этом лесу происходят таинственные паранормальные явления. И правительство Российской Федерации послало нас сюда разобраться с ситуацией и зафиксировать все на камеру. Я Юрий, а это моя помощница Юлия. Юра, а что мне делать-то? Играй! Ну в смысле, ты мне даже сценария не дал? Это мокюментари, здесь сценарий не нужен, просто живи в кадре. А, ну, хорошо. Что делаешь? Живу. Надеюсь, что мы выживем и сможем найти всему объяснение. Ты же сказал, что в этих фильмах все дохнут и нет никаких объяснений. Там, похоже, кто-то есть. О, боже! О, боже! Сейчас, 2 секунды. Рит, привет. Хью тупит по-страшному. Вообще в лесу с какими-то тут призраками и гоблинами. Да нет, это мой брат кино снимает. Тебе привет от Риты. Тебе тоже привет. Да, Рит, попаду в фестиваль. Меня режиссер заметит, и артисткой сделает. Михалков будет награды вручать. И когда Хью это увидит, он просто обалдеет, он с ума сойдет. Ну да, и Макс тоже. Они наступают, бежим! Че, реально бежать? Помогите! 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 Ай, черт, блин! Черт! Юра! Черт! Твою мать, а!
Ты живой? Все. Все, я валю отсюда нахрен. Это фигня какая-то. Юр, ты мне куртку испортил. Пошли. Погоди, Юр. Пошли, я домой хочу. Может, еще дубль? Ты охренел? Здесь реально стрёмно уже. Я сейчас начну верить, что тут духи есть. Юль! Ну, Юль! Юль, надо продолжать. Ты чё, офигел? Я вся в дерьме. Куртка испорчена. Ну, извини, ну так вышло. Вообще неудивительно, что у тебя девушки нет. Чё теперь ко мне пристаёшь? Пристаю. А знаешь, было время, когда ты ко мне приставала. Размечтался. Да-да. Ты когда мы маленькими были, помнишь? Я все хотел остаться один, а ты все. Юр, поиграй со мной, поиграй со мной. Вот я с тобой играл. Мы с тобой играли с игрушками. Я придумал сюжеты. А ты играла за женских персонажей. Помню, да. Но потом ты вырос. Тебе исполнилось 14. Ты стал клеиться к девкам из вашего класса. Меня бросил. Я стала играть одна. Осталась одна. Впрочем, как и сейчас. Да и ты тоже. Ну и как нам это вернуть? Не знаю, мы ж повзрослели. Я, по крайней мере, точно. Юль. Извини меня за куртку. Да ладно, Юль, я уже забыла. Я уже решила, что я ее именно такое верну Хью. Ну что, снимать еще будем? В смысле? Я готова. Только чур, я не умираю в конце. Так. Окей. Хотя бы знаешь, что там как? Ну, так догадываюсь. Сойдет. Пошли. Работаем.